Если вы кому-то нужны, и вам кто-то нужен, вы никогда не зададитесь вопросом о смысле собственной жизни. Он просто не придет вам в голову. Если вы кому-то нужны, и если вам кто-то нужен. Но как только вы никому не нужны, как только вам никто не устраивает и никто не нужен, вы начинаете почему-то думать о смысле жизни. Потому что смысл жизни в других людях. И это самое главное, что мы должны понять про себя, про свой мозг и про свою жизнь.